Всем доброе утро, братва. Утренние алмазы. Вижу резвый 95. Амира вижу, короче. Чего-то триколор стоит, не шевелится или не хочет. Так, 5 алмазов у меня. Посмотрим, кто захочет отобрать. Резвому пойдем на помощь. А стой, ёлки-палки. Резвый убегал, думал, что я добил. Наоборот, я хотел его защищать, но получился. Этого я закрыл. Короче, едем. Второе БП. Посмотрим, кто будет, кто не будет. Так, свяжу. Вижу казахову. Еще двое должны быть. Чувачок с гармошкой, поиграй немножко. Это я заберу, братан. Это тоже пригодится мне. Видите, да, глюченая игра. Ты думаешь, что ты проехал, а оказывается, ты там не проехал ни хера. Так, хорошо, я уже нарядился. Чувачка там, казахи убивают. Пока не буду никуда встревать. У меня и так
планшет нагревается и глючит. Еле-еле, короче. Сам себе могу помочь. Азот не нужен. Две штуки хватит. Так, стрекороль стал перед аптечкой. Думает, его он может спасти. Полумертвый американец. Кстати, он 4 штуки везет. Не знаю, загасить мне триколора взять или пожалеть. Короче, пожалел я триколора Артемка. Мою доброту запомни, Артемка. Такие БПшки, всем спасибо.